какая проблема в этом транспортном узле, какие проблемы с доступностью Домодедово, как сдерживаются транспортные потоки, вот старая развязка. За год продвижение очень серьезное. Сделаны такие заделы, что можно говорить о том, что эта развязка будет закончена в основном уже в этом году. Вы же двигаетесь отсюда? Нет. А вот эта часть правосторонняя получается, да? Ага. Нет, это тоже правосторонняя. Подождите. Левая. В итоге налево уходит. У нас право. У нас все левосторонние вот эти. Это номер 3. Вот это вот, да. Она не разворотная, она просто поворотная.